Шановні панове, товариство, вітаю вас на своєму каналі. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, товарищи, братья и сестры, мир вам! Итак, друзья мои, несложно догадаться, где мы сегодня с вами снова. То, что вижу я, видите и вы. Итак, конечно же, Вантовый мост, Запорожье приветствует вас! Итак, друзья мои, мостостроители начали укладывать гусасфальт на подъезде к верховой части Вантового моста со стороны набережной. Конечно же, процесс укладки гусасфальта довольно медленный, около 70 метров в час. Но, как уже известно, на сегодняшний день более 500 квадратных метров гусасфальта уложили. Технологию гусасфальта используют во всем мире при строительстве мостов. Раньше в Запорожье гусасфальт уложили на верховой части балочного моста. Эта технология позволяет исключить возможность попадания воды на металлические конструкции моста, чтобы не допустить коррозии металла и так далее. Срок эксплуатации гусасфальта, это литой асфальтобетон, на 10 лет больше, чем у щебеночно-мастичного асфальтобетона. Друзья мои, когда своими глазами смотришь на эту махину, на эту большущую стройку, я бы сказал, интенсивную стройку, то где-то понимаешь, что плохих новостей и быть уже не может. И сегодня снова слетает новая новость, свежая новость, как жареный пирожок летит она к нам, и мы ее приятно принимаем. Кто слышал, тот слышал, кто не слышал, поделюсь. На сегодняшний день начался монтаж низовой части Вантового моста. Более того, благодаря нашему славноизвестному, именитому плавкрану Захарий уже смонтировали первую секцию пролетного строения, что вы сейчас и наблюдаете. Ну а сейчас, как говорится, подсмотрено, как происходит процесс монтажа. Металлические секции доставляются со стройплощадки, которая находится возле Кривой бухты, это в 7 километрах от строительства, а затем монтируют их на временные опоры. После сварки секций в единое пролетное строение они будут крепиться на ванты и опускаться на проектные отметки. Вот так вот. Поэтому, ребята, кто верил, кто не верил, но мне кажется, что этому быть, то бишь к концу 2021 года, все-таки откроют движение по верховой части Вантового моста. В предыдущем видео я немножко неправильно выразился, я в целом сказал то, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце этого года, но сегодня повторюсь, что это будет верховая часть проезжей части, которая будет сдана в эксплуатацию в этом году. Хотя я вот что-то внутренне верю в то, что и низовая часть полностью будет смонтирована. Ну а все остальные процессы строительства будут доделаны в следующем 2022 году. Вот так вот, поэтому полностью мост будет сдан, конечно же, в 2022 году. Ну а в конце этого года я уверен, то, что мы будем с вами ездить по верховой части Вантового моста без пробок, шума и пыли, как говорится. Поэтому, уважаемые водители, ни гвоздя, ни жезла вам пути. Ну вот и все на сегодня новости от канала Оскар СТВ. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, гремите в колокольчик. Ну, а, конечно, кому не понравилось, пожалуйста, жду ваши дизы. Ну и, конечно же, ребята, делитесь своими комментариями, впечатлениями, вашими мнениями.
Все, вам желаю всего самого доброго. Будьте здравы, грайте марш, как говорится. Ну, конечно же, в конце хочу пожелать вам всем огромного, ребята, здоровья. Берегите себя, потому что время интересное и в одночасье очень страшное. Как я уже говорил это неоднократно, этот ковид, он делает очень ужасные вещи. Поэтому давайте защищать сами себя, пытаться, насколько это возможно. То есть, как я уже говорил, все методы хороши. Мойте руки, одевайте маски, кто бы что ни говорил, у кого какие бы ни были мнения. Но в таких, знаете, местах, пожалуйста, нужно соблюдать все эти правила. Это для нашего здоровья, для нашего блага. Кто согласен, не согласен с моим мнением, всем вам здоровья и до скорых встреч. Пока-пока.